Привет, друзья. Меня часто спрашивают, почему все это происходит. Ну как почему? Потому что деньги решают все. И эгоизм человека, и стресс. Потому что когда он в стресс попадает, ему не до чего. Да, и так и люди расчеловечиваются. Ну а как еще? Почему еще? Потому что так. Поэтому мы и создаем вместе все науку человечности. Потому что только человеческие качества. Только человеческие качества, если сейчас весь мир начинает об этом говорить, то это значит именно та защита, которая может быть и против пандемии, и против вооружений, против атомных конфликтов и так далее. Это же все такое, это все такое. Помните, как говорил, по-моему, Ленин говорил, это электрон так же неисчерпаем, как и атом. Да, поэтому я вот хочу попросить нашего академика Ноября, моего друга, чтобы мы с ним поговорили вот о чем. О том, что фотон. Он вообще, как и я, очень мы любим Тьер де Шардена, который в свое время говорил о том, что в самом гене человека и вообще там... В самом атоме уже содержится, если его развернуть, ну это я уже добавляю, если его развернуть, вообще-то по тому, как происходит эволюция всего на свете, взаимодействие частиц, потом уже и органов и прочее, потом развивается сознание, раскрывается творец в человеке. Вот это же вот удивительно. Но если Ноябрь мне скажет, я где-то ошибаюсь, я не обижусь, потому что это же дискуссии, которые развивают наше понимание, как устроена и молекула, и как устроен человек. А я как раз говорю о том, как устроено взаимодействие двух половин мозга. И, короче говоря, вот так вот мы возьмем слово «короче говоря», мне мой тайный советник, который мой друг сказал, не употребляй. Да, ну я вот так сказал, потому что... Ну, развлекать же надо все-таки как-то иногда, потому что сейчас все больше и больше люди хотят от всего уйти, начать смотреть только развлекательные программы, чтобы от этого ужаса уходить, от этой неопределенности. Ну, поэтому я и шутник, но не только поэтому я шутник, я по натуре человек с юмором, потому что я умею немножко смотреть со стороны и видеть все, вот такие какие-то моменты. А еще у нас вот этот принцип отбора путем перебора, это, видимо, я создал. Почему? Ну, это же вообще-то принцип проб и ошибок. Потому что я, когда разговариваю с каким-то человеком, я сейчас пошучу, внимание, я то сказал, это сказал, а он как не понял вот то, что я сказал, а я говорю, да я же пошутил. Ну, вот так. Шутка, друзья. До встречи.